Только что собранные кабачки и баклажаны, свежий мед и черная смородина. Изобилие продуктов нового урожая подготовили для ульяновцев аграрии. День кочана в минувшие выходные в областном центре отметили небольшой мини-ярмаркой напротив торгового центра «Пушкаревское кольцо». Это наш традиционный праздник, мы его проводим уже 4-й год подряд. Это праздник, посвящен началу сбора молодого урожая овощей. Продукция местного производства по доступным ценам. Касается это и виновника торжества капусты. В отдельных хозяйствах области уже приступили к уборке овощей, поэтому за последние 3 недели цена на них снизилась на 30%. Жителям был предложен большой ассортимент ягод, овощей и меда. По доступным ценам можно было приобрести огурцы, помидоры, лук и чеснок, а также квашеную и соленую капусту. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».